Не знаєте, чим себе зайняти у вільний час, любите активний відпочинок та розваги, тоді скаутинг саме для вас. Більше скаутингу дітям України. Саме про це ми сьогодні і говоритимемо в ефірі «Тема дня». Я, Катерина Безаркіна, вітаю. У нас в студії Сергій Бородін, один з організаторів скаутингу в Україні, та Ангеліна Гужва, секретар обласної дитячої організації «Скаути Запоріжжя». Вітаю. Здравствуйте. Тож, чи є у вашому закладі співробітники, які готові на добровільних засадах працювати з дітьми у позауручний час? В этой бедной стране мы хранители звезд. Сложно в такой стране, как наша, найти людей, которые будут сегодня работать бесплатно. Хотя, в принципе, та зарплата, которую мы получаем, это считайте, что бесплатно. Но, тем не менее, мы создали систему, в которой народное образование уже многие годы помогает нам работать со скаутами. Дело в том, что в этом году исполняется 70 лет Центру туризма и краеведения. Это первый центр в Украине, который повернулся лицом к скаутингу. И благодаря бывшему директору Митрофановой Татьяне Григорьевне, она нашла меня, вот, предложила работать, создать методику скаутскую. Вот это уже. И мы создали такой кружок скаутинга и краеведения, где получаем минимальную зарплату и все-таки работаем по скаутской методике. Эффект достаточно приличный, потому что есть ресурс, все-таки государственный ресурс, хоть и маленький, но он все-таки есть. Это вхождение в школы, вот то, что себя сегодня ребята вот пытаются из носу войти в школу и сделать больше скаутинга в Украине. Но вот из опыта, моего опыта, ведь мы занимаемся скаутингом уже 25 лет. И начинали с Ассоциации скаутов Украины, потом сейчас Национальная организация скаутов Украины. И вот, ну скажем, из этого опыта ясно то, что скаутинг не массовая организация. Да, ребят ровно столько, сколько вот было, столько и есть. Вот сколько я могу потянуть. Да, немножко увеличивается количество, если мы создаем интересные скаутские программы. Скаутская программа – это комплекс мероприятий, направленных по скаутской методике, направленных на решение воспитательных задач в полевых условиях. Так как, власне, вы намагатиметеся зробити більше скаутингу? Якими, власне, самими заходами? Первое, что мы намагаемся, мы стараемся помочь молодежи, которые решили, что можно сделать больше скаутинга в Украине. Это с подачи директора Всемирной скаутской организации Ахмала Аль-Хендави, который предложил сделать скаутов больше в Украине, значительно больше. Ну и ребята, молодежь, которая решила делать эту тему, попробовать это сделать. Вот. Они в каждой области решили взять ключевую школу, какую-то определенную, и поработать на эту школу, попытаться каким-то образом вот, создать комитеты, создать обучение лидерское, потому что скаутинг без ресурса, лидерского ресурса, он просто не может быть. Ну, посмотрим, во что это выльется, эта попытка, тем более, ну, мы еще есть, и мы не бросаем скаутинг, и, конечно, попытаемся помочь. Вот базовой школы сейчас, вы знаете, что коллегиум сечевой выбрали вот как базовую школу. Нужно сказать, что директор школы пошла навстречу. Вот Ершова Валентина Емельяновна очень хорошо встретила нас. Парень, который приезжал из Киева, Володя, он очень обаятельный, приятный человек, который вот действительно, ну, звезда. Это человек-звезда, с которым приятно работать. А получится, не получится. Ну, мы постараемся сделать, чтобы у молодежи все получилось. Сечевой коллегиум – это единственная школа, которая взяла участие в вашем пилотном проекте. И сейчас я пропоную глядачам подивитися сюжет, и далее мы продолжим. Скаутинг я пришла сначала в израильский, так как я родилась в Израиле, мне было это больше по душе. Я попала в клуб израильских скаутов, называется ЦАФИМ. Я стала мадрихом. Сначала стала ханихом, теперь мне предложили стать
Мадрихом. Ханих – это ученик, Мадрих – это учитель. Но потом мой брат пошел к окулисту, и нам рассказали про очень интересный практикум, это в Полтаву, там, где я познакомилась с новыми друзьями. Да, тогда я, по-моему, из всех своих новых друзей, которые пошли в этот поход, одна знала, что такое скаутинг. Возможно, не так детально, как я сейчас это знаю, но все же. Скаутинг мне дал возможность познакомиться с новыми людьми. Это реально так прикольно, когда приезжаешь на новую практику, эти глаза все смотрят, и тебе: а кто ты? Ты говоришь свое лесное имя? А кто это? Такая: ну хорошо, я Маша, я Бэтмен. А кто такой Бэтмен? Сзади такой: ну птичка такая, какая птичка? Ну, летучая мышь. Поняли. Сердце как пламя, тонкую нить, что между нами. Проект «Більше скаутингу дітям України» він розрахований на те, щоб допомогти створити скаутське формування там, де їх ще нема, і там, де є зацікавленість в цій роботі. Зацікавленість в скаутингу, ну, вона полягає, може полягати у деяких напрямках. По-перше, це такий собі ідейний напрямок, тому що в скаутському русі йде процес організації умов для того, щоб дитина або молода людина, яка в скаутському русі активно діє, могла самостійно навчитись, самостійно розвиватись та отримувати ті компетенції, які знадобляться їй для дорослого життя. Якщо ти тут, значить ти нужен скаутський круг. Руки на плечі в нашому кругу. Кружиться вічність. Тож, расскажите больше детальнейше про эту зустріч. Мы встретились пока с руководством, попытались объяснить, что такое скаутинг, хотя это очень и очень сложно. Вот двумя словами это не скажешь. Ну, скажем, этого самовоспитания и воспитания на основании скаутского обещания и скаутских законов на природе, это уже скаутский метод, на природе, используя скаутские различные символы, используя... Да, стимулируя обязательно взрослых. Это когда мы говорим о том, что бесплатно, вот, ну, мы уже строим капитализм, мы стараемся стимулировать нужно взрослых, тогда они будут работать с детьми. Вот. Ну и самое главное, эти взрослые должны быть звездами. Я уже недаром сказал, что эти люди могут иметь разные специальности, они могут иметь разные увлечения, но когда эти люди свои вот это вот желание и свои интересы могут передать детям, и это им интересно, значит, здесь сталкиваются различные миры, они не просто сталкиваются, они идут параллельно. И развиваясь, дети развиваясь, развивают еще и взрослых. Вот вы знаете, сегодня компьютеры – это то, что ребята, в общем-то, заставили нас работать с компьютерами и осваивать. И я не знаю, насколько я смогу их догнать, думаю, что вряд ли, но, во всяком случае, ну, хотя бы, как кажут украинцы, не пасти заднего. Ангеліна, що ви можете сказати, як саме ви, як молодий скаут, як будете намагатися донести до своїх однолітків чи, можливо, прибічників взагалі ідею скаутизму? Ну, скаутинг – это очень большое такое движение молодежное, которое охватывает весь мир. И в скаутинге есть подразделения на возрастные категории. То есть это начиная от самых маленьких капскаутов и заканчивая ровером. Вот я сейчас нахожусь в том возрасте, когда ровер, то есть 18+, и дальше. Это открытый мир для путешествий, по обмену опытом с другими скаутами стран. Также роверы занимаются тем, что занимаются подготовкой маленьких детей, обучение, вот как сказал Сергей Эдуардович, то, что мы уже выросли и готовы обучать детей, ну, по своему какому-то опыту уже и также, ну, по скаутскому методу. Ви кажете, ви вже дорослі і будете навчати дітей самі. А чому саме ви будете навчати дітей?
по скаутским методам. То что есть, это за методы? Расскажите больше детально. Методы – это обучение через дело. То есть это обучение лагерям, патрульная система подразумевает собой то, что дети объединяются в маленькие патрули, то есть маленькие команды, которая направлена в одном направлении. То есть дети, которые там занимаются, на гитарах играют, они объединяются в свой патруль, и вот у них направлено на обучение гитарами. Те, кто занимаются какими-то информационными системами, компьютерными, всякими инновациями, тоже могут объединиться в свой патруль и по обмену опытом там обучаться. Самое главное для скаутинга – это командная работа, сплоченность детей и взрослых. Что наибольше подобается молодым скаутам? Это, наверное, то, что мы можем вольно путешествовать по другим странам, обмениваться каким-то опытом с другими ребятами. Также, работа с детьми – это тоже очень А в яких странах вы уже бывали и какой опыт приняли? Еще не были? Я еще не была. А где мечтаете побывать? Скажите, какой страны приваблюють вас найбільше? Ось чий досвід ви б хотіли прийняти і вже тут, у Запоріжжі, навчати маленьких дітей саме з практики інших країн? Наверное, Польща. У нас там есть наши друзья-скауты, харцеры их называют. И у нас ежегодно проходит акция «Огонь мира с Вифлеема». И вот туда вот наши украинские скауты ездят, чтобы забрать цвет мира и привезти его к нам в Запорожье, и в страну. Наверное, в Польше. Да, в этом году в Польше будет проходить большое джамбори, очень крутое джамбори, такое вот, где ребята, я бы, например, хотел, чтобы наши ребята поучаствовали, но живем мы в такой стране, в которой вы с деньгами сегодня, мы понимаем, что у нас экономический кризис, мы понимаем, что страна находится в состоянии войны. Кстати, нельзя путать военно-патриотическое воспитание. Скаутинг – это патриотичное выхование, и скаут – это патриот. Это не человек войны, это человек мира. Это человек, который строит этот мир вокруг нас, который мы надеемся, и мы учим жить в мире, жить в согласии с собой, природой и в мире. И вот когда говорят о военно-патриотическом воспитании, о военном, мы видим, что сегодня делается в России. Вы видели этих российских, это не скауты, это юнармия, людей, подсознательно заставляют, не просто заставляют, а обучают воевать и жить в войне. Что такое военный человек? Это человек войны. И обучить человека можно, если это становится особенно его профессией. Другое дело, когда мы будем готовы, заметьте, не будьте, а будем готовы к защите Родины. Вот здесь человек должен осознанно, не должен, Майя, это свободный человек, осознанно защищать свою страну. И самое главное воспитание в скаутинге – это воспитание гражданина. Когда человек не пройдет мимо мусора, который бросают, когда он может помочь тому человеку, которому плохо на улице, или вообще помочь человеку. Это человек, который гражданин, который это создатель, это созидатель. Это созидатель своего мира и будущего мира. Поэтому наша задача сегодня воспитывать вот таких граждан, которые, действительно, достойны граждан своей страны. А чему вы так зазначили, что не просто військово-патриотичного, а самого патриотичного? У вас уже были какие-то ситуации, связанные с этим? Дело в том, что я написал методичку патриотического скаутинга и патриотическое воспитание. Дело в том, что так как нам приходится участвовать в различных мероприятиях, то мы сталкиваемся с людьми с разных стран. И нам навязывают идею о том, что скауты – это люди мира. Нет, во всем мире скауты присягают себе, клянусь своей честью, что и сделают все от меня зависящее, чтобы выполнить свой долг перед Богом, самим собой и своей страной. Своей. В данном случае Украиной. Потому что за чужие деньги не воспитывают собственных патриотов, только за свои. Патриот – это человек места, человек страны. И мы строим свою страну.
И я, например, не очень люблю, я не люблю слово «выживание». Я считаю, что человек должен достойно жить среди людей и природы. Вот и национальная идея Украины – это достойная жизнь наших людей, нашего будущего и нашей страны. И вот, вот эту достойную жизнь и, ну, в дальнейшем – это миссия, по-видимому, наших скаутов. А як ваші співробітники, чи організовують вони активні заходи поза межами нашого населеного пункту? Каждый год ми проводимо ряд мероприятий, скажем так, ми називаємо це скаутські програми, в яких входить, я говорив вже, комплекс мероприятий. От у нас така програма «Невідома Україна». Невідома Україна, чому? Тому що потрібно знати, в першу чергу, свою країну, а потім вже звертатися до інших країн. Потрібно розуміти її красоту, її людей, розуміти її проблеми. І найголовніше – розуміти місце, то, чого патріотизм і складається. І тут ми в різних областях України проводимо такі програми. От на Южному Бугі, в Новгород-Северському. В цьому році, по-видимому, будемо проводити в Каневі таку програму, де буде різне, ця програма повністю пишеться, різні мероприятия вплоть до походу, ну, пусть степенного похода, мы его называем экстрим, ребята получают значки за экстрим поход, вот где на этом значке написано, кстати, он называется навигатор, и написано через тернии к звездам. Вот, вот мы хранители звезд. А что это за поход? Чем он такой особенный? Чем он сам занимается? Мы беремся, мы стараемся в этом походе использовать вот скаутскую методику, когда берем минимально продуктов, минимально вещей, и должны пройти определенное количество километров туда и обратно. Вот. Ну, скажем, ничего сложного в этом нет, но все-таки напряжение определенной сил, природные условия, тем более чужая территория, скажем, вот такое. Вот, а исследование само, вот и сам интерес, он в скаутинге есть и стоит. Почему я краеведение привязал к скаутингу? Потому что это наиболее близкое, исследователь в человеке есть, исследование к интересу, к месту. Вот. И наиболее подходит под скаутинг. Вот для народного образования. Кстати, почему так скаутинг у нас тяжеловастенько идет в Украине? Еще по одной причине. Кроме того, что идеологически из советского времени пришло, что скаутинги, скауты – это не очень хорошие люди, скажем так. Но и у нас, в отличие от других стран, которые сегодня, ну, вот европейских, у нас есть внешкольное образование. Это такая фишка нашего народного образования, просто великолепная. И здесь, во внешколке, все-таки делаются... Ну, частично все, что есть в скаутинге, это есть в внешкольном образовании. Вот есть вот станции юных туристов. Это было задумано вот по скаутской методике, уже никто не помнит, но тем не менее, вот я в альплагере был, зачетная книжка и прохождение, вот все вот по скаутской методике. Так что новое это всегда, это хорошо забытое старое, но в общем-то скаутинг штука такая, эта методика очень гибкая, и она подходит для нашего народа, потому что народ у нас хороший, добрый, трудолюбивый, и молодежь у нас очень красивая, замечательная. Я просто вот получаю удовольствие от общения вот с нашей молодежи. Ангелина, а чому ви вирішили стати скаутом? Ну, довгое время я занималась туризмом, ходила в пешие походы, водные походы, и на базе экологического центра туризма узнала, что существует такой кружок, как скаутинг, и мне стало интересно, это что-то новое, то, что не было никогда, ну, не слышала об этом, решила попробовать и затянула. Это... И сколько роков вы занимаетесь? Скаутингом 5 лет, а вообще, в общем, туризмом 10 лет. А что наибольше подобается вам? В скаутинге? Так. Это то, что все сплоченные, команда, чувствуется поддержка других, общение так, ну, с своими ровесниками, работа с детьми, путешествия по своей Украине, любимой стране. А чи завдяки вам поповнилися ряды скаутов новыми скаутами? Мы ходили по школам, предлагали детям, ну, рассказывали, что такое скаутинг для детей, и да, к нам приходили в кружок новые ребята. А взагалі, чем найбільше цікавляться діти у вашому кружці? Игрой на гитаре.
Как вважаете, почему? Дело в том, что вот я же сказал, что мы хранители звезд. И здесь приходят ребята с различными интересами. Ну, если есть руководитель, у которого такие различные интересы, ну, я же тоже воспитывался в центре туризма. Я один из старейших работников центра и, скажем, людей, которые воспитывались в центре. Так вот, я занимался археологией, геологией, альпинизмом, скалолазанием там, ну, и много чего другого. То есть водными, лыжными походами и так далее. И вот мои все интересы, мало того, я специалист по штампам, специалист по медальерного искусства. То есть я не просто понимаю, я умею делать значки и медали, я их понимаю. Вот. И понимаю технологии, и еще много, реставрационную технологию. Это все могу вычитать детям. То есть для меня проблем плюс исторические факторы определенные нет. Ну, когда мы приходим в музей, то собираются музейные работники послушать, что я рассказываю. Я рассказываю не просто о предметах, я рассказываю о технологиях их изготовления. Вот. Поэтому и ребята приходят к нам с разными интересами. У нас есть мальчик, который вот сейчас получил по джиу-джитсу, у него вот серебряная медаль, бронзовая медаль по Украине, а тем не менее он любит очень пионеринг, то есть строительство, скаутское строительство, он создает от миниатюрных различных изделий полевых, вот, до работы уже, когда в лагере, он строит это в лагере. Он просто получает удовольствие, он вяжет браслеты, он девчонок научил вязать, он рукодельник такой. Вот это тактильные такие вот ощущения. Я сделал более 12 выставок самоцветов на территории Украины для того, чтобы привлечь скаутингу. В свое время, когда от нас все отворачивались, я сделал выставки самоцветов. И действительно, это все ребята обработали, нашли, принесли. Вот Крым был, и мы разведали несколько месторождений агата, яшмы и так далее. У нас художники есть, у нас есть мальчик, который один из первых скаутов запорожских, который преподавал в Китайской академии наук, сегодня преподает в Украинской академии, и его картины на Сотбі продаются. У нас есть кандидаты исторических наук, геологических. То есть вот это все наши ребята, это все скауты. И если есть какой-то интерес, ради бога, мы его поддерживаем с удовольствием. Вот сейчас у меня ящик кукол кремниевых. Я говорю, ребята, кто будет заниматься докторской, или кто возьмет эту тему, тема сложнейшая. На нее археологи смотреть не хотят, а куклы идентичные, сделанные из кремня. Вот. Я говорю, ребята, отдаю все ящики. Вот, работайте, только есть желание. Вот сейчас девчонка пришла, я говорю, делай описание, все отдаю. Только чтобы было, чтобы я знал, что ты сделаешь докторскую. Она сейчас в 8 классе. Это нормально. Вот нормально, есть понимание, это интеллектуалы. Вот. Почему я так возразил против одной военной подготовки? Потому что да, мы умеем стрелять. У нас есть девочка, которая заняла второе место по стрельбе из лука. У нас ребята там по стрельбе есть. Мы все это мы проходим. Это и медицина у нас тактическая, только все делаем по-серьезному. Вот. Такое, как делается в жизни. И поэтому, когда ребята ко мне приходят, я говорю, ребята, давайте поймем так сразу. Вы для меня большие и маленькие люди. И все, что мы не делаем, мы делаем все серьезно. Вот понимаете, вы совсем очень короткое время, юность, детство. Вот. Все остальное это будет жизнь. Вот я вас сейчас ставлю на дорогу. И включаю кнопку, на которой вы на этой дороге будете достойным человеком. Все остальное, принимаете, не принимаете, ну, ваши качества домашние, те, которые воспитали родители, ну, уж старайтесь быть людьми с большой буквы. Ну, а дальше как получится, тем более в таких сложностях. Пане Сергію, я бачу, ви прийшли не з порожніми руками, у вас книга, так? Що це за книга? Це пособие для лідерів возрастної групи скаутів. Вот. Возрастної, різна возрастна група, тут хороша книга, недавно написана, ну, це скаутська методика. Видите, уже по скаутингу сколько, у меня много книг, есть авторских много. Это приличные исследования, мировые исследования приличные. Я просто взял как подсказку, потому что, ну, скажем, я все-таки из другого времени. Вот. Ну, хотя могу утверждать, я как идеолог скаутского движения, скажу, что пионерская комсомольская организация тоже делались не на пустом месте. Они создавались, если вы помните, была жена у Владимира Ильича Ленина Крупская и Бонч Бруевич, генерал царской армии, генерального штаба, вот, и они создавали пионерскую организацию. Вот. А выводы, которые мы сделали, то, что нельзя делать организации политическими, потому что в борьбе за дело коммунистической партии будьте готовы, но это как-то вот неправильно.
Вот. А когда ты говоришь, что будьте готовы к защите Родины, к жизни, когда ты готов воспринимать мир такой, как есть, и исправлять этот мир, стараться сделать его лучше, это нормально. Кстати, вот лорд Баден-Пауэлл был очень порядочным человеком. Он был военным профессиональным, который придумал скаутинг. Он не был лордом, он был полковником. Мало того, полковником разведки, и пришлось ему хлебнуть на войне. И он понял, что нужно делать, создавать эту систему. Он создал, она до сих пор современная. Но когда во время Второй мировой войны он увидел результат, когда методикой скаутской воспользовался это гитлеровская Германия, Гитлер-Югенд, блестяще, кстати, воспользовались, они создали военизированную организацию, достаточно мощную, вот, очень сильную, и оттуда брался набор в СС. Вот, он покинул Европу и умер в Кении, он похоронен в Кении, потому что ему было стыдно за то, что, ну, есть так, поговаривают, как говорят, вот есть такое мнение о том, что вот его методикой он в чем-то виноват. Хотя эта методика, воспитательная методика молодежи и не политическая организация. Я утверждаю, что это не политическая организация, это не борьба за власть, это воспитание современного человека. Заметьте, современного, несмотря на то, что этой методике более 100 лет, и нашей организации Запорожской 100 лет уже вот в прошлом году было, потому что это история. Но, тем не менее, вот нужно понимать, выборочно понимать то, что да, методикой пользуются. Я почему взял слово «скаутинг»? Потому что стыдно называть чем-то другим. Там, следопытами, я не знаю, другими названиями, пионерами. Пионеры в скаутинге – это высший пилотаж скаутинга. Это люди, которые приходят первые и строят лагерь с подручными средствами, из бревен связывают. Это высший пилотаж скаутинга. Ну, вы знаете, французские пионеры прошли Канаду, вот, на себе перетягивали каноэ и так далее. Я ходил в Канаде по большим американским озерам на каноэ, знаю, что это такое, видел, как переносится, и сам переносил через водопады каноэ. Вот, поэтому я представил, что это такое. И я понимаю, что это высший пилотаж скаутинга. Тобто можна сказати, що ваші скаути навчаються не за однією методикою, а за декількома. Значить, методика одна, скаутська. А от друге діло, коли умінь більше 60, це другий вопрос. Вопрос, скільки ми за життя і скільки ми можемо, скажімо, навчитися, і будуть ли люди, які вас навчать. От, допустим, геології я можу навчити. Геологии самоцветов, вот это все, я могу научить. Я могу научить тем альпинистским узлам, которые меня учили, которые мы завязывали, увы, это был военно-прикладной вид спорта тогда. Я могу научить еще много чему, там, общению и так далее. Но ребята, приходят к нам другие взрослые, кстати, очень талантливые взрослые, и они помогают нам и стараются научить то, чего умеют они. Ну, скажем, мне повезло в жизни, я видел, когда начинались скаутинг, вот начинался с Крыма, наш вот тот скаутинг, который здесь, мы создавали ассоциацию скаутов Украины, мне пришлось, ну, им посчастливилось быть знакомы с профессиональными разведчицами, которые проработали во внешней разведке Советского Союза, тогда это было ГРУ Советского Союза, за рубежом. Они потом, ну, я двоих как минимум знаю, которые вложили в скаут, а троих, вот, Бондарь, вот, которые вложили для того, чтобы возобновить скаутинг на территории бывшего СНГ, сделали все, чтобы скаутинг был. И это люди от души, их уже в живых нет, они, конечно, умерли. Но, тем не менее, это достойнейшие люди, у них были специальности, различные специальности, геология, биология. И это были люди-звезды. И я говорю, мне посчастливилось знать этих людей. Вот они работали на страну, они никому не принесли вреда, ни той стране, в которой были, ни то есть здесь, потому что вы знаете, что если разведка работает в такой вот в условиях не войны, скажем, это мир. Вот. И поэтому я считаю, что мы занимаемся правильным делом, и здесь просто разведка жизни. Я дякую вам, від себе бажаю успіху у вашій нелегкій справі. На цьому час наша програма вичерпана. З вами була «Тема дня» і я, Катерина Базаркіна. На все добре.